Мы пришли посмотреть еще одну двушку для переезда. Кладовка. Вот тут входная дверь, шкаф, кладовка большая. Ну, кладовка самая большая. Дитё маленькое. Угу. Большая кладовка, но маленькая. This is a proper two-bedroom, two-bath. Uh-huh. And if price is also within a comfort range as well. Uh-huh. Great building, low maintenance. On the picture, the floor looked reddish. Это девочка. Yeah, it's sometimes the camera, right? Ну, мы, если бы будем переезжать, то перекрасим в тот цвет. Да. А, тут совсем еще маленький ребенок есть. Санузел большой. Ну, и не большой, и не маленький. Ку-ку. Угу. Ну, в общем, если что, ремонтик можно покрасить где-то, да, на время съема. So two separate full bathrooms. No, don't touch. Это ж чужой. Это, да. И вот еще санузел тут. А, он просто санузел без мойки, без мытья. Это стиралки такие. Стиралки они не будут забирать. Сейчас окно. Окно такое маленькое, да? Окно крошечное. Такое какое-то грязное. Ну, мебель это ихняя, переезжать. Все есть. Ага, все снимают без мебели. Ну, большая. Кухня маленькая, но нормальная. Но вот эта ужасная плита, это, конечно, ужас. Это же остается следующим квартирантом. Тут жир какой-то на этом. Мы посчитали нам, что если мы сюда переедем, и мы покрасим под себя, перекрасим стены, конечно, плитку, наверное, нам тут не разрешат привозить хозяину. Блин, ну тут такая страшная. Капец, ну все в грибки. И вот. Не знаю, надо будет разговаривать, если мы там будем снимать лет 5. Потому что ну вообще все душь весь в этом. В грибки. Не знаю, то, что оно, допустим, старое, это одно, а то, что оно вот в такой вот гадости. Это совсем другое. И вот плитка аж туда. То ли тут хрюши какие-то жили. Вон грибок тоже. Живут еще, походу, съезжать собирается. Тут такое тоже в пыли. Потолки такие низкие. Здесь. Ну, большая, то есть шкаф раз, шкаф два. Ой, я заглянула, типа, насколько он глубокий. А, ну, не открывает. А, ну, просто навешал. Блин, такой какой-то все этот потолок непонятный. Ну, в общем, здесь, собственно, если подороже, то получше. И вот выдержка. Окна, конечно, не очень. Дырявая сетка, комары будут залетать. Будет сетку ремонтировать. Короче, переезд как ремонт. С ремонта. Вот тут окна эти однокамерные, наверное, не очень такие. Мне сумка скрытить. Тут, конечно, тоже страшненько. А, еще один шкаф. Чем они чистят, я не знаю. Это не свое, не жалко. Эти страшные, эти, получается, останутся. Потому что это здесь постоянно.
Вон там он еще один уже был. О, походу мы не переезжаем. Ну вот, видишь? Они маленькие. Она снимем один. Ты снимай? Вот тут вот есть таракашки, вон. Вот вот такой маленький лежит, дохлый. Да. И дальше вон, вон вот тут вот детень. Тоже лежит таракан. И вон там дальше еще есть таракан. Где-то вот такие вот. Вот тут таракашки есть. Вон они шевелят усиками еще. А это специальная ловушка? Маленькие. Это какая-то, наверное, да, ловушка, что они туда попадают и дохнут. Вон яйцо таракани на ней даже. Вопрос только, можно ли это все убрать, или это уже такое, оно все и будет. И откуда они все тут лезут? Тут оттуда, с труб этих. Если можно все, конечно, эти трубы запаять, я имею в виду закрыть герметически, что они не будут лезть, потом вычистить квартиру, и тогда их не будет здесь, может. Вот тут получается кухня, и вот тут такой большой зал, но это большой для этого. Тут детская, а там спальня. В общем, мы решили обойти этот дом и увидели, вон на третий этаж, получается, вот это вот спальня, вот там вот как бы детская, и вот тут вот зал. Вон в спальне даже вот чуть-чуть кроватку видно. И мы увидели, что тут мусорка. И органик, то есть это всякие там шкарлупки, всякие от арбузов остатки. И вот видим, что вот тут вот потеки. Аж вон куда? Аж туда. То есть это солнечная сторона. Солнце летом будет жарить на этот мусорный бак. Эта вся вонь будет на третьем этаже. Это третий этаж. В общем, если до этого нам казалось, что тараканов будем травить и грибок, то вот с этой мусоркой мы ничего не сделаем. Получается... что мы сюда не переезжаем. Вонь эту нюхать. Вот смотрите, какая красота. Какие цветочки. Красивые. Такие небольшие деревья. Так цветут мелким-мелким таким. Такие миленькие-миленькие штуки. Вот тут вот такая вот штуковина. Что там внутри? Ничего. И даже дождя нет. Ничего нет. Он такой жилой дом. Огромный.